всех приветствовать в нашем уютном зале. Третье воскресенье июня является такой датой, о которой помнят, если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Это, наверное, самый светлый праздник не только у представителей самой гуманной и благородной в мире профессии, это общий праздник для всех граждан. Потому что для каждого это еще один повод поблагодарить, выразить свое уважение и признательность своим знакомым медикам. В этот день каждый из нас чувствует себя сопричастным к этой огромной армии людей, которые выбрали для себя самую достойную профессию – помогать людям, спасать их жизни, быть с ними рядом не только в самые тяжелые минуты, но и в самые радостные. Позвольте вас поздравить с профессиональным праздником. Помните о том, что каждый из вас нам очень-очень нужен. И наш город гордится вами, поскольку каждый из вас носит свой вклад в развитие районного здравоохранения. А нашу праздничную программу открывает Екатерина Тяжелова. Встречайте! Yeah.
врача в любой исторический момент – это всегда долгий и непростой путь. Медицинские работники никогда не относились к категории высокооплачиваемых специалистов. Да и нельзя измерить материальным то, что они делают для своих пациентов. Но сегодня ваш день, и мы благодарим вас за верность профессии, за ежедневный самоотверженный труд. На сцену приглашается председатель Пружанского районного совета депутатов Кудровец Николай Петрович. Добрый день, уважаемые медицинские работники. Я рад от имени районного совета депутатов, от нашего депутатского корпуса приветствовать всех вас в этом замечательном зале. Сегодня накануне, и сегодня уже, наверное, начинается большой и хороший праздник. Праздник медицинского работника. С давних времен профессия медика, врача, медицинской сестры – это уважаемая профессия. Это профессия, которая была и всегда будет востребована. Потому что именно вы, люди в белых халатах, спасаете жизни людей, приходите им на помощь. И это, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы именно всегда вы оттачивали свой профессионализм. Всегда, чтобы работали командой, работали дружно. Чтобы именно наши жители нашего района готовы были сказать вам искренние слова благодарности за ваш труд. Нелегкие времена прошли совсем недавно. Эпидемия свирепствовала по всей земле, по всему земному шару. И особая нагрузка была на вас возложена, на людей, которые работают в учреждениях здравоохранения нашей страны, нашего района. Вы показали свой профессионализм, вы показали верность своей профессии. Вы рисковали не только своим здоровьем, но здоровьем своих близких и своих родных. За что вам большое спасибо. Сегодня отдельно хочу обратиться к ветеранам медицинского труда, к тем, кто работал и работает сегодня в учреждениях медицины нашего района. Спасибо за ваш труд. Ну и в зале, понимаю, присутствуют также и медики, которые только начинают свою карьеру в этой профессии. Поэтому молодым специалистам хочу пожелать пустить глубокие корни на нашей пружанской земле, создать здесь семьи, родить здоровых детей и только оттачивать свой профессионализм, свое медицинское мастерство. С праздником, уважаемые медики! За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Пружанского района и в честь профессионального праздника Дня медицинского работника почетной грамотой Пружанского районного совета депутатов награждаются Архутик Павел Анатольевич, врач-анестезист-реаматолог. Ирина Романовна, медицинская сестра Ружанской больницы. Акушерка акушерского отделения. Вас, как руководителя районной организации фонда мира, вручить также благодарность областного отделения Белорусского фонда мира. Благодарность вручается мытник Людмиле Николаевне, старшей медицинской сестре поликлиники. Шелик Наталья Алексеевна, главная медицинская сестра Ружанской больницы.
вас с праздником, и особые слова благодарности хотел бы высказать также всем тем, кто принимал активное участие в сборе средств в нашу районную организацию «Общественное объединение Белорусский фонд мира». Потому что на самом деле организация делает хорошие дела, приходит на помощь людям, когда они в ней нуждаются, ну и медицину нашу мы тоже стараемся поддержать. Поэтому я думаю, в этом плане мы с вами также будем работать. Спасибо, с праздником! Коллега Виктория Смаль. Встречайте аплодисментами. Экзамен, мединститутах, но жизнь не изучена.
Спасибо. Дорогие друзья, для поздравительных слов на сцену приглашается заместитель председателя Пружанского районного исполнительного комитета Супринович Руслан Васильевич. Добрый день, дорогие друзья. Имея таких талантливых врачей, мы уверены с вами, что и на профессиональной стезе у нас лучшая медицина. И действительно, давайте вспомним с вами итоги 2021 года и вместе еще раз порадуемся, как вы коллективом достигли высоких показателей и заняли третье место в этой спартакиаде, назовем его так. Это дань вашему профессионализму, вашему ежедневному труду, вашей самоотдаче. И действительно, пружанские врачи показали, как они могут лечить, как они могут оказывать помощь нуждающимся. Конечно, на вашу долю выпало немало бед с пандемией, но мы вместе, рука об руку, вместе с исполнительной властью, вместе с другими коллективами, достойно дали отпор этой болезни и предприняли все меры для того, чтобы наши с вами родные, близкие, жители Пружанского района чувствовали себя безопасно. За это вам огромное спасибо и низкий поклон, я думаю, что от всех пружанцев. В этот замечательный праздник, замечательный день хочу пожелать, чтобы вы оставались в первую очередь здоровыми. Будет здоровый медик, будет кому лечить нас всех. Поэтому здоровья вам, здоровья вашим близким. Приходите на работу с улыбкой, возвращайтесь с работы с улыбкой. Радуйте нас своими достижениями в творчестве. Мы всегда рядом с вами, мы всегда вас поддержим. Мы верим в вас. И каждый житель Пружанского района, когда с ним рядом, недалеко, на ФАПе, амбулатории, центральной районной больнице находится профессионал своего дела, себя чувствует спокойно, живет комфортно и знает, что в любое время суток к нему придут на помощь настоящие профессионалы, медики с большой буквы. Еще раз с замечательным праздником! За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Пружанского района и в честь профессионального праздника Дня медицинского работника грамотой Пружанского районного исполнительного комитета награждаются Крачко Павел Петрович, врач-стоматолог, терапевт. Севастьянчук Анна Анатольевна, врач-акушер-гинеколог. Казак Инесса Тойвовна, врач-кардиолог. Приглашается Хамета Ирина Сергеевна, медицинская сестра, диетолог. Грамотой награждается Волковыцкая Тамара Николаевна, заведующая Слободским ФАП. Громче, громче аплодисменты, друзья! Спасибо, Руслан Васильевич, за теплые слова. А мы продолжаем нашу праздничную программу. На сцене Александр Бушук. Громкие аплодисменты.
повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни – это все придает особый статус медицинским работникам, людям высокого общественного долга. Примите слова искренней благодарности за самоотверженное служение долгу, высокий профессионализм и добрые сердца. На сцену приглашается главный врач Пружанской центральной районной больницы Починчик Андрей Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги! Для каждого из нас этот праздник, День медицинского работника, ассоциируется с чем-то своим. Чистой стерильной операционной или размеренной беседой с пациентом на приеме у фельдшерско-акушерского пункта. С экстренным принятием сложных решений по спасению жизни и оказанию срочной скорой медицинской помощи или скрупулезным изучением электрокардиограммы врачом функциональной диагностики. Но всех нас объединяет одно – это гордость за нашу профессию, за ту вид деятельности, которую мы выбрали вместе с вами. Мы можем с вами многое. Мы спасаем жизни, мы улучшаем их качество, мы можем предотвратить серьезные болезни, сделав вовремя прививку. Однако часто, пытаясь спасти всех и оказать помощь каждому, мы забываем о себе и о своих близких. Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас за тот самоотверженный труд, который вы проявили в течение последнего года. Особенно при борьбе с нелегкой пандемией COVID-19. И также хочу поблагодарить ваших родных и близких, которые любят, ждут и волнуются за вас. Особенно, когда вы дежурите, задерживаетесь на работе или вы вовремя и долго не берете трубку. Быть счастливым – это большое счастье и истинная земная радость для всех тех, кто выбирает путь служения медицины. Эти слова великого ученого и врача Николая Пирогова, как никакие другие, характеризуют нашу жизнь и наш путь, который мы выбрали. В этот день, в кануне нашего профессионального праздника, хочу пожелать, чтобы каждый день приносил вам радость, чтобы работа приносила удовлетворение, и вы чувствовали постоянную поддержку коллег и руководства. И самое главное – здоровья вам, здоровья вашим родным и выздоровления здоровья вашим пациентам. Ну и благодаря этой ситуации, пользуясь случаем, хочу от себя лично и от нашего большого коллектива поблагодарить руководство района исполнительного комитета, руководство районного совета депутатов за то внимание и заботу, которое оказывает нашей профессии, нашему виду деятельности. И за те награды, которые сегодня получили наиболее достойные из наших коллег. Еще раз с праздником. Ну а теперь перейдем к более приятной части моего поздравления – это вручение наград. Сегодня мне выпала честь наградить наших коллег и поздравить их от лица Главного управления по здравоохранению Брестской области. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения области и в связи с предстоящим профессиональным праздником почетной грамотой Главного управления по здравоохранению Брестского облсполкома награждаются Пекач Владислав Юрьевич, врач скорой медицинской помощи. Награждается Буд Денис Владимирович, врач-инфекционист. Приглашается на сцену Халалович Сергей Викторович, врач, заведующий Линовской АОП. Бурные аплодисменты. На сцену приглашается Цыбрук Ольга Сергеевна, старшая медицинская сестра.
усаживайтесь на свое почетное место в зрительный зал. А на сцену для поздравительных слов приглашается представитель областной организации Белорусского Красного Креста Сергеева Маргарита Александровна. Всем добрый вечер. Я хочу тоже поздравить всех с наступающим профессиональным праздником и тоже сказать слова спасибо от лица Красного Креста, первичной организации Пружанской центральной районной больницы за то, что вы приняли участие в акции по оказанию помощи вынужденным мигрантам. Поэтому я попрошу кого-то из членов первичной организации или, может, главного врача на сцену. Поздравляем с достойной наградой, а свой музыкальный подарок для всех вас дарит Татьяна Полосьмак. Встречайте, друзья!
праздником! Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных. Требует большого терпения, огромных физических и душевных сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной работы – сотни спасенных жизней людей, оправдывает все усилия. Терпения вам и вдохновения, удачи и позитива. Пусть во всем вам сопутствует успех и положительный настрой. Счастья вам, удачи и добра. Примите поздравления от председателя Пружанского районного объединения профсоюзов Гаманчук Татьяны Юрьевны. Уважаемые присутствующие, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники медицины, которые избрали непростой путь служения людям. Вы дарите нам самое дорогое – это здоровье и надежду на жизнь. Ваш труд поистине бесценен и очень необходим как взрослым, так и детям. Я от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и оптимизма. Пусть в вашей жизни не будет невзгод и потерь, а успех, удача и везение будут постоянными спутниками в вашем нелегком и очень нужном труде. С праздником! Спасибо за труд! За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активное участие в профсоюзной жизни организации и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника, грамотой Пружанского районного объединения профсоюзов награждаются Масловская Елена Васильевна, медицинская сестра инфекционного отделения. Приглашается Шамай Максим Андреевич, врач-хирург. Татьяна Юрьевна, присаживайтесь, пожалуйста, в зрительный зал. А мы продолжаем радовать вас хорошими, интересными музыкальными номерами. На сцене Ирина Лопатенко! Аплодисменты, друзья! Не страшны нам волны, дышим
здоровья вам, счастья, благополучия, успехов в работе и всего самого-самого наилучшего, душевного тепла, семейного благополучия. Добра вам! Для поздравительных слов на сцену приглашается председатель первичной профсоюзной организации «Пружанская центральная районная больница» Шейко Ирина Николаевна. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, с праздником! Безумно приятно видеть всех сегодня, раскрепощенных, красивых, веселых, как будто нет никакой боли и беды, да нет никакой болезни. Вы все сегодня талантливые, вы все по-своему самые лучшие. И награды мы уже стали получать вот во вторник в области очень высокую профсоюзную награду. Знак «За труд во имя жизни» получила наша коллега, доктор отделения скорой медицинской помощи Крац Нина Николаевна. Аплодисменты ей. А также наши замечательные доктора, медсестры, фельдшера, наши спортсмены, которые на областном турслете заняли первое место. Аплодисменты. А наши артисты, они сегодня с артистами Дворца культуры, я думаю, достойно выглядят на этой сцене. Аплодисменты. Мы умеем не только лечить, мы умеем творить, мы забываем про серые будни, потому что только в одной команде и только все вместе мы можем победить. Спасибо вам за ваш труд. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, активную общественную работу и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника, почетной грамотой областного комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюзного союза работников здравоохранения награждается Кардис Ольга Сергеевна, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи. Дипломом третьей степени областного комитета Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения награждается Щербанева Анна, победительница областного конкурса детского рисунка «Рисуем здоровье». Не в номинации «Скажем вирусом» нет. А это еще раз доказывает, что с нами наши дети действительно достойная награда. Поздравляем. Поздравляем всех с заслуженными наградами. Встречайте на сцене Александр Бушук. Все предрассудки есть.
Уважаемые медицинские работники, сегодня именно вы виновники торжества. Поэтому все поздравления, все теплые слова именно вам. С праздником! Всего вам самого наилучшего! А свой музыкальный подарок вам дарит Карина Шаманова и Александр Котов. Аплодисменты! Обернитесь, обернитесь,
Сегодняшний праздник – событие, по правде, многозначительное и архиважное. Ведь медик – это не профессия, это призвание, особенное состояние мозга и сердца с большим благородством и чувством бескрайней благодарности мы кланяемся и обращаемся к вам, ветераны медицинского труда, почитаемые сотрудники медицины, просим вас подняться со своих мест. Чистого сердца примите все самое лучшее и эти цветочки труд за то, что вы делали. Громче, друзья, аплодисменты, громче, не скупитесь. Мы говорим вам. Вас еще долгие-долгие годы. Здоровья вам! Я тоже ветеран. Встречайте на сцене студия современного танца «Амели».
Дорогие друзья, вы профессионалы своего дела, а еще очень талантливые и многогранные. На сцене ваша коллега Наталья Шелег, главная медсестра Ружанской больницы. Поддержите бурными аплодисментами. На нашей праздничной сцене всеми любимая Татьяна Клюкач. Встречайте! Назад я купила абонемент в фитнес-клуб. Я не хотела идти. Подруга уговорила, чтобы она была здорова. Она сказала, на фитнесе ты обретешь здоровье, цветущий вид, и у тебя будут здоровые ноги. Ага. Я за абонемент отдала 200 рублей.
Думаю, коль такие деньжищи, буду ходить на все занятия, какие только есть. Первое занятие была йога. Пришел какой-то мужик, сказал, что он гуру, и он научит нас медитировать. Мне дали духовное имя Тхашалава Шмара, что на санскрите означает «белокрылая чайка». Я говорю, а можно меня сразу будут называть «белокрылая чайка»? Гуру сказал «нет». Я говорю, почему нет? Потому что всякая Тхашалава Шмара будет тут рот открывать. Потом гуру сказал, расслабьтесь, лягте на спину и закройте глаза. Ага, говорю, нашли дуру. Я уже так на пляже легла, закрыла глаза, открываю, ни золота, ни денег. И о, сыночек бегает. И главное, когда ж все успели? Тут гуру говорит, а сейчас я вам покажу свою самую главную чакру. Ой, говорю, вот этого не надо. Мне мой муж разрешает только на его чакру смотреть. Тут он сказал, все учат позу мудрого суслика. Положите ноги на голову, разверните на 360 градусов, потяните подмышками и достаньте носом до копчика. И у меня тут что-то как хрустнуло. И я застыла в позе этого мудрого суслика. В итоге я домой и шла не 5 минут, а ползла 6 часов. Прихожу только к утру, муж открывает дверь и говорит, ты где шлялась? И представляете, называет мое духовное имя. Как он догадался? В общем, после этой йоги мне болело все так, что не могла пошевелить и пальцем. Но 200 рублей было жалко. И я пошла на бодибилдинг. Тренер сказал, будешь поднимать со штангой. Ты, говорит, сколько блинов можешь принять? Я говорю, на масленицу я легко беру 30 блинов. Он там что-то нагрузил, положил мне на плечи, говорит, поднимайся. У меня ноги выгнуло коленками назад, как у кузнечика. Голова провалилась в треники, у пола спер. Он говорит, вам нужно наращивать мышечную массу. И дал мне книгу «Питание бодибила». Там было написано, что спортсмены питаются не жирами, не углеводами, а белками. И я пошла в парк ловить белок. Эти же белки, они там прыгают, как блохи. Я одну словила, смотрю, уже мужик снизу кричит. «Женщина, вы чего на дерево залезли?» И говорю, «Я белочку поймала». Он говорит, «Ну это понятно, белку надо лечить». А я смотрю, нормальная, здоровая белка. И эта зараза меня как цапнет за палец. И я с того дерева, головой вниз, ногами вверх, об землю. Шлеп. В общем, проснулась я уже в приемном покое. Там меня загипсовали, дали костыли и сказали, что про фитнес я даже забыла думать. Но 200 рублей. Поэтому на утро я пошла в бассейн. Тренер бассейна сказал, а, первый раз вижу инвалида в бассейне. Но к концу дня инвалидов в бассейне было много. Я же плавала с костылями. Нет, когда я плавала кролем или брасом, инвалидов было так, немного. Но когда я освоила баттерфляй, инвалиды прибавлялись с каждым броском. Но этот гипс, он предательски размок, и я утонула, как Титаник. Когда наши эскулапы меня спасали по системе АБЦ, они мне вывернули челюсть и сломали 3 рубля. Ну, к вечеру я обсохла и пришла на спортивные танцы. Тренер сказал, все танцуют стриптиз-дэнс. Кто лучше всех танцует, тот получит главный приз. А на меня, представляете, а вот эта убогая на рогатинах пусть постоит в сторонке. Я говорю, я не поняла, я 200 рублей за что платила, чтобы в сторонке постоять. Боже, что тут началось? И все поперли. Да что ты везде ходишь? Да ты уже всем надоела. Ты весь фитнес-клуб распугала. Подумаешь, 200 рублей. Я говорю, что? Да я за эти 200 рублей на работе, как лошадь пашу. Сутки через сутки я ж дома не бываю. И что вы думаете, что я из-за каких-то паршивых костылей и гипса не станцую стриптиз? Музыка! Sex bomb, yeah, you're a sex.
бесплатный абонемент на фитнес-клуб на весь год. Друзья, мы продолжаем. На сцене вокальное трио Дворца культуры. Встречайте! Настроением с вами делится Александр Бушук.
праздником! Хочу пожелать вам успехов в вашем нелегком труде и мира и добра вашим семьям. И вновь на нашей праздничной сцене профессионал своего дела, талантливая исполнительница и просто шикарная женщина Ирина Лопатенко! Без разлуки и печали, не закрывайте свое сердце на замок, не забывайте все, о чем всегда мечтали. И пусть кукушка много раз кукует вам, пускай на небе дождик радугу рисует, и в этот вечер, вопреки всем злым ветрам, вам пожелать сейчас хочу я. Желаю вам на долгие года, чтоб было завтра лучше, чем вчера. Желаю вам сердечного тепла и радость, что в душе цвела. Желаю вам еще сто лет прожить, мечтать, смеяться, верить и любить. Пускай Господь во всех пути горит от боли и обид. Желаю вам пробить в любви, но без страстей. Желаю не делить друзей, детей и комнат, и в своем доме лишь желаю ждать гостей, и не скучать по тем, кто вас совсем не помнит. Пускай исчезнет боль навеки навсегда, пускай влюбленные разлуки не узнают. Я пожелаю вам немножечко добра, немножечко добра не помешает. Желаю вам на долгие года, чтоб было завтра лучше, чем вчера. Желаю вам сердечного тепла и радость, что в душе смела. Желаю вам еще сто лет прожить, мечтать, смеяться, верить и любить. Пускай Господь вас все пути хранит от горя и обид. Важно для человека признание, ведь признание дарит вдохновение. Профессиональный день медицинского работника – это признание заслуг всех медиков. Не обижайтесь, если на сегодняшнем концерте мы кого-то конкретно
не упомянули. Мы желаем каждому из вас профессиональных успехов, всегда отличного настроения и удачи во всех жизненных направлениях. На этом наш праздничный концерт подошел к концу. Еще раз с праздником! Добра вам и вашим родным! До свидания! До новых встреч!